Давай, давай, подбери. Попади. Все без изменений. Два тайма по 10 минут нас ждет. Потом будем подводить итоги. Без серии пенальти дополнительного времени у нас чемпионат. И здесь могут быть ничьи. Правда, пока такие результаты сегодня зафиксированы у нас не были. Сбербанк сегодня одну игру провел. 2-3 уступил Татнефти. Ну, возможность хотя бы на ничью, безусловно, у Сбербанка была. Мосэнергосбыт сегодня первый матч сейчас проводит. Желтые майки, синие шорты. Эту команду мы тоже знаем по прошлому сезону. Мосэнергосбыт по итогам сезона занял 5-ю позицию. Ну, 6 очков уступил Татнефти, которая на 4-й строчке была. Кирилл оставил рацию у нас на столе и говорит, что пока 3-3 не дошло. Короче, пожалуйста, предупреждайте Костю о том, что вы девочки. Сейчас я случайно вам направила, потому что увидела, что вы закончите делать. Заранее не делайте, не только закончите, не конца. Пока контроль мяча от Сбербанка. Кстати, давайте посмотрим, как в прошлом сезоне личные встречи команд закончились. 0-0 ничья и 0-8 аж поражение Мосэнергосбыта. Контратака МЭС. Сокращенное название Мосэнергосбыта. Удар поворотом и довольно плотно летел мяч рядом со штангой. Отложенный фол Сбербанку ставим. За задержку соперника рукой. Здесь сыграно чисто. Исключительно корпусом вели борьбу два футболиста. Абсолютно равная пока идет игра. Очень много контроля мяча, в особенности от московского банка, очень мало ударов и попыток индивидуальных проходов. Но самое главное, что вот опасный момент. Банкиры после минуты контроля мяча все-таки создали. Значит, все, что было, поется в известной песне, все не зря. Не было фола. Вот свежая пятерка выходит на поле у МЭС. Сбер себе такую роскошь позволить не может. Свежая четверка, конечно, да. Снова контроль.
Московский банк в своей тактике непоколебим. Пытается он такими длинными комбинациями усыпить и соперников, и, наверное, некоторых из зрителей. Не знаю, как с вами, уважаемые зрители, но пока с соперниками этот прием не проходит. Будьте любезны, молодец, раз по ногам. Да-да. Где у нас еще? Тренер Мосту Наркосмыта пытается взбодрить команду, заставить поактивнее прессинговать. Мы, пожалуй, присоединимся к таким пожеланиям. Рикошет здесь опасный очень. Удар издалека, рядом со штангой мяч прошел, то есть получилось-то опасно. После Мосэнергосбыт мяч под контроль не забирает и мало что этому может противопоставить, но бьет издали очень неплохо. И снова опасного ворот Мосэнергосбыта. Там мяч фактически прокатился по перекладине. И такой то ли вынос, то ли удар. Снова ротация состава МЭС. Мяч в поле. Продолжаем. Передача все-таки была сделана. Да можно было и самому забивать.
Взял Московский банк минутный перерыв для того, чтобы придумать комбинацию, которую будет разыгрывать, но, наверное, придумал не то, что сейчас нам показал. Большой куш мне очень нравится. Сериал? Сериал выпустил. Он в году вышел. 30 секунд до перерыва. Кому-то нужно забирать инициативу. Ну и, конечно, в концовке тайма забитый гол дает невероятное преимущество на следующую 10-минутку. Удалось развернуться и уже в пустые ворота. Забивает все-таки Месс. Видимо, под их моральным преимуществом начнется второй тайм. Пока ждем. Второй тайм начался после небольшого перерыва. Мосэнергосбыт и Сбербанк на поле. Сбербанк в красных майках, Мосэнергосбыт в, ну, можно сказать, золотых майках. Давайте будем так называть этот цвет. Пусть это название и наша характеристика принесет Мосэнергосбыту удачу. И в этом отдельно взятом матче, и в нашем турнире вообще. Почему бы и нет? Все-таки такая очень работоспособная команда. Может быть, индивидуально не самая яркая, но дружная, слаженная. В общем, должны, наверное, в этом сезоне зацепиться за медали, и это будет справедливо. И опять контроль мяча от Сбербанка. Дело до удара довести им не удалось, а мяч-то в поле остался. И выход один на один фактически. И вратарь переиграл своего оппонента. Исключительно комбинационная игра у Московского банка. Может, стоит начинать комбинации со своей половины поля. Здесь супер момент у Мосэнергосбыта был в контратаке. Так вот, может быть, стоит попытаться со своей половины комбинации начать повыдергивать на себя соперников. Больше создать открытых зон. Thank you.
удар с разворота здесь, зрелищно. Не просто было заметить, кто последним коснулся мяча, но Григорий Зеленцов очень уверенно показал на угловую отметку. И справа свободен игрок. Чуть выше цели. Нарушение правил все-таки зафиксировано до ворот около 11 метров. Ну, прямо по центру мяч установлен. Да, Мальнар, уходи туда. Удар прямой по воротам, а здесь на вынос без риска. Очередной перехват от Мосэнергосбыта. Вообще в контратаках они одни из лучших. Время идет, и Московский банк будет выпускать полевого игрока вместо вратаря. Мы уже видели этот прием в матче против Татнефти. Пять полевых играет Сбер. Здесь чуть не затолкали мяч в ворота уже и свои, и чужие. На это, собственно, и был расчет. Снова теряет мяч Месс в центре. Теряет мяч, прошу прощения, Московский банк, конечно. Месс-то его подхватывает. Здесь небольшая стычка, но обойдется без желтых карточек. Дело до удара вновь так и не доходит. Минута 20 секунд до конца.
Ты играйся! Отличный проход по флангу. И дальше можно теперь налево уже передачу делать. Там свободен игрок. Удар, казалось, уже с линии наносился. Но многовато у МС моментов нереализованных. Может сработать старое футбольное правило. Внимание, вопрос. Если девочки пришли сюда, кто будет получать призы и фотографироваться? Дюран. Эй, зачем ты к нему? Если у нас сейчас лотерея, кто будет фотографироваться призами? 30 секунд чистого игрового времени. Походу я ошибся. Мне сказали, была девочка. Давай, ты тогда разруливай их два. Пусть они сначала наверх идут, а потом сразу бегут вниз. Или одна пойдет фотографироваться, там же есть третья. Тайм-аут у нас берет МОСЭНЕРГОСБЫТ. Ну что ж, важно за 15 секунд до финального свистка все обсудить. Я тебе то и говорил. Найдите где-то третью девочку и возьмите ее себе на лотерею. Мне скажут еще номера. Номера там какие? Юран. Юран. Жень, хорош, Жень. Давай, делай красиво. Приз колонки. Последний 67? 67. Какой? Последний? А? 7. Это какой? Нижний или верхний? Собирай. А минимальный один? Да. Тебе нужно зачитать то, что колонка от компании «Комп». Розыгрыш и удар. Еще и угловой удается зарабатывать. Еще один удар в створ. Точни, скажи, что подарка. Да, я сказал. Что ж, 3 секунды в теории можно забить и за это время. Вот кто это сделает? Никто. 1-0. Конец матча. Так, 1-0 в пользу... Блядь. Так, а где у меня информация по другим этим партнерам? Нет, я так просто побил.